Заявление Путина о согласии реструктурировать долг Украины в 3 миллиарда долларов удивило многих. Информация об этом появилась в два этапа. Сначала министр финансов заявил о согласии реструктурировать. Интересно было бы видеть реакцию Запада, Порошенко и Яценюка. Затем Путин объяснил вторую часть – условия реструктуризации. Россия не просто согласилась, а предложила лучшие условия, чем просил МВФ. С одной стороны, согласие отделяет опять нас от получения своих кровных. С другой стороны, тут можно проследить тонкую игру в нашу пользу. Так что же дает это предложение России, Западу и Украине? Вернет ли Россия себе деньги и будет ли дефолт на Украине? Об этом рассказал постоянный эксперт накануне ТВ, руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин. Если сейчас Запад говорит, отлично, я даю вам эти гарантии. МВФ или США, с которыми Путин разговаривал сам, или Евросоюз, неважно кто. В этом случае Запад принимает на себя ответственность за кровавых клоунов, которых он поставил у власти, и демонстрирует всем, что он действительно за них отвечает, и что они действительно его ставленники. С другой стороны, если Запад отказывается давать гарантии, то он показывает, что он обманщик, потому что западные лидеры постоянно говорили, что у Украины есть какие-то перспективы. Если они отказываются эти перспективы прогарантировать, значит, они сознательные лжецы. Более того, это означает банкротство Украины. В этом случае Украину банкротят ее собственные хозяева – американцы, МВФ и Европейский Союз. То есть мы снимаем с себя ответственность и перекладываем эту ответственность на хозяев нацистского режима. То есть они совершают акт выдающейся самодискредитации. Эксперт уверен, никто под такой идеей не подпишется. Евросоюз, США и МВФ начнут показывать друг на друга пальцем, потом любыми способами будут отказываться признать дефолт незалежный и будут продолжать ее кредитовать. Россия своих денег может так и не увидеть, но если мы без этих денег прожить можем, то куда катится Украина? В начале этого года, по их статистике, выходило, что Донецкий аэропорт, который к тому времени был размолот в мелкую-мелкую крошку, перевозил 30% от довоенного пассажиропотока. Вот даже по этой статистике, которая вся производит впечатление одной сплошной фальсификации, падение ВВП в третьем квартале составило 7%. Я думаю, что в реальности оно превышает 15%. Если экономика Украины сжимается как шагреневая кожа, то это не значит, что они все умрут, они будут жить натуральным хозяйством. Но Украина возвращается в историческое нормальное для себя состояние дикого поля. Потому что Украина вне России – это и есть дикое поле. В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».